Anul acesta a fost destul de productiv pentru fabrica noastră. Noi am reușit să introducem câteva stiluri noi de bere foarte interesante și să participăm la câteva colaborări tare bune. Suntem prima fabrică de bere artizanală din Moldova. Noi foarte tare iubim ceea ce facem. Îți vom demonstra că în Moldova se poate face nu numai vin bun. Noi suntem Litra. Una din colaborările anului acesta a fost cu englezii de la Toxic Team, cu care noi am introdus o bere cu morcov, se numește Carrot Cake New England IPA. Apoi, în luna iunie, noi am făcut împreună cu Mom's Gelato o bere cu gust de înghețată, Gelato New England IPA. Și apoi a fost colaborare cu Smoke and Ribs, un Rauch Beer, bere afumată, unde noi am folosit malt afumat de noi. Eu știu că voi ne iubiți pentru experimentele noastre. Și asta încă nu este sfârșit. Anul acesta noi am decis că o să modificăm rețeta noastră de Pumpkin Smash, mult așteptatul vostru Pumpkin Ale, care apare doar în luna octombrie și noiembrie. Noi am hotărât să ne adresăm la Let's Pie, care fac cele mai gustoase tarte din Moldova, și i-am rugat ca ei să ne facă altfel bostanul, după ideea și rețeta lor. De acest motiv, noi astăzi ne ducem la ei să facem 100 de kilograme de bostan. Ну, наконец-то я попал в место, где делают самые вкусные пироги. И это, конечно же, Let's Pie. Здесь со мной рядом Катя. Она создательница этого проекта. Я попробовал пирог из вишни, который сделала Катя. И как? Он был реально очень вкусный. Как раз у нас назревала идея, что мы должны опять варить наш Pumpkin Ale, наше сезонное пиво. Поэтому я подумал, а почему бы не обратиться к Кате, которая делает такие пироги, то есть она специализируется в них, и чтобы она придумала, как нам по-другому сделать тыкву, чтобы наш Pumpkin Ale стал еще вкуснее. Мне позвонил Сережа и сказал, в итоге мне нужно получить эль со вкусом самого вкусного тыквенного пирога. Я подумала о том, что, к счастью, у нас как раз в меню есть классический американский тыквенный пирог, адаптированный под вкусы жителей нашей страны. Поэтому сегодня мы готовили концентрат тыквенного пирога от Let's Pie, который станет основой вкуса тыквенного эля для Литры. Пока мы вам покажем, как мы это делали, Катя вам расскажет, что такое Let's Pie. Вопрос всегда для меня сложный, но если взять вот так в целом, то Let's Pie – это пироговая для тех людей, которые влюблены в жизнь. Если ты воспринимаешь каждый свой день как праздник, то Let's Pie – это как раз то, что тебе нужно. У нас есть две категории пирогов. Это традиционные, которые мы готовим из качественных ингредиентов, фермерских продуктов, и категория веганские пироги. Если так сказать в целом, то, наверное, Let's Pie – это про вкус жизни в уютной какой-то интерпретации, потому что пироги – это все-таки про компании, про уют, про какую-то особую атмосферу. Получается, что в этот раз Pumpkin Ale будет еще и полезным. Да, кстати. Мы закупили исключительно качественные специи, которые раскроют аромат тыквы только в лучшей ее интерпретации. Здесь вы встретите нотки кардамона, нотки гвоздики, отменная корица. Это все будет присутствовать в нашем эле. И мы использовали 100 килограмм тыквы. Да, нам понадобилось 100 килограмм тыквы, чтобы сделать необходимое количество пюре и заготовки для будущего нашего эля. Мне уже, если честно, не терпится посмотреть, что у нас получится. Так что, когда будет это пиво готово, вы должны его попробовать. Но за кусочком пирога от Let's Pie. О боже, да! Noi ne-am întors de la Katia de la Let's Pie, care a pregătit bostanul nostru și acum noi suntem gata să-l adăugăm în berea noastră.